Паша какой? Пришел. Паша! Безруков! Безруков! Заходи быстрее! А чего быстрее? Ну, подожди, как? Я обязан закрыться. А? Заходи, закрывай быстрее. Так, здрасте. Давай, здорово, да ладно. Так. Эта книга вот привез. Я думаю, все. Вы работаете, Игнатьевич? Да, ну, да, уже почти все. Побудешь? Игнатьевич, я ухожу, я поставил сумки, воск батюшкин вот здесь рядышком. А кому они? Батюшкин. А что там? Ну, он поедет, наверное, к епископу. Воск, а, ты воск. Отсюда, чтобы отсюда захватил? Да. Так, я что-то нужен? Тебе? Нет, все. Кроме я привез. Благодарности еще нет. Спасибо, Христос, закрывай. Закрой за ней. Так, мы вот сейчас туда пойдем. Ну. Это, откроем. Отсюда вот. Какие пимы-то одевать? Да вот эти одевай, какие есть. Этот свет-то, наверное, плохой, мешает, да? Или закрыто хорошо? Да нормально. Или открыть? Нормально. А? Нормально. Нормально. Так, давай, показывай. О, какие снимки-то. Да. Сначала как? Действительно французская. Показывай все снимки где. Надевай, Валерий. Вы-то французский знаете, Игнатий. Этот снимок у тебя прославил тебя просто. А сам-то крещеный нет еще узнать. Других-то смотришь, смотри. Нет еще, но меня же вы не, надо не, возьмите, не будете так, вести. Давай, рисуй. Готовиться надо, готовиться, видишь? Ну, этот снимок вообще шикарный. Его вывели мы на визитке. Так, это отзыв на книгу из библиотеки мне дали. Это пишет это заведующий библиотекой в селе Ганьба. И что она нашла? Ну, пишет, что вот... отзыв просто, что пишет. На какие книги или на что? На вот на эту книгу. Вот на эту так книгу. Она что, получила такую? Нет, я ей давал посмотреть эту книгу. Ага. Как бы, да, да как-то бы записать-то? Вот я тебе говорил, видео вот будет, а нет ты... Вот видео у Саши-то есть, он же записывает. У него не видео. Как он может видео записывать? Ну, видео. Его. Зачитай тогда. А что он будет зачитывать все? Вот, из Сивая Ганьба здесь один человек, его фотография есть. И он у меня взял книгу всего туда показать тоже, попросил. Ну ладно, давай пока наши фотографии показывай все. А ваши фотографии сейчас покажу. Это центральная развертка. Да, вот такая ваша фотография. Я когда начал смотреть, я вот тут отметил, моих фотографий 15 здесь, ну. В этой книге. Так, вот. Так. Ваши фотографии вот на этой странице. И сейчас найдем еще где. Оказывается, ваших фотографий здесь всего две. Две? Две. А ты говорил восемь. Ну, я думал, что восемь, оказывается, когда начал смотреть. Оказывается, 15. Это 15. Сначала 15 пополам поделили, да. А потом 4 раза еще. Оказалось, что ты повалиха. Там у него, видишь. Я так и не хотел. Кто-то я меня так и не интересуют хотел. Только наши монастырь, фотографии и происхождение их. Так, Павел Друга селе Барсукова. Это... село Кислуха. Надо же, что там за объявление такое есть? Да там на пруду он, священник. Объявление как-то фотография-то называется, интересно. А почему они назвали Богоявление? Так. А, вот, вот крещение. Крещение. Перевести, это не могут, наше. Не могут перевести с французского-то, видишь, правильно, крещение. Опоздал. Ты бы, когда я был в армии, дал мне французский, то я тебя щелкал его сейчас. Так, 70-я страница. А сейчас только по-русски. Ой, я что, на клавиатуру? На клаву положил, ну. Да мы можем убрать, давай отсюда. Смотри. Так, тут ваши фотографии три, наверное. Вот фотография ваша. Ну, это-то тоже же с лагеря. Вот это наша, да. Так что больше уже, чем две. А что они тут нашли в ней? Да вы что, такая красивая фотография. Девчата это, видите, как это? Они, жизнь? Ну, таинищают. Да. Таинство, написано, таинство. Дружба, это дружбы. Они пишут стихи Антона Чехова на этой в этой фотографии. Дружбу посылает нам небо для того, чтобы мы могли высказываться и спасаться от тайн, которые угнетают нас. Вот они как бы у них. Ну, свои девичьи интересы тут друг друга открывают. Да, девичьи интересы открывают, и такая здесь обстановка. Так, и еще где-то сейчас я найду вашу фотографию. Щи должно еще быть. Четыре уже будет. Так, вот тут вот я закладку сделал. А там и пять уже. Вот-то еще же одна есть. Ну, это конечно, сильно. Тут они пишут слова это Николая Арсеньева. Из произведения «Святая Москва». Толпа стоит с зажженными свечами в руках, песнопения наполнены
ликованием, Христос воскрес, целый мир охвачен радостью и воскресением. Да, хорошо подобрали. Вот такая. Еще, вот, еще есть из Патриархии. Так. Должно быть видишь, еще. Видишь, на стороне, это то ли духовный смысл, или который там с папиросой какой-то стоит, там бесштанная какая-то бабенка с голым пупом идет. Что сравнивать-то? Да, по количеству. Ну возьми, пойдет голосовать какой-то Прохоров или какой-то бомж. Кто больше влияет? Бомж, конечно. А считается за единицу? Бомж-то, бомж-то ближе к Богу, чем Прохоров. Да, не то, а значимость, что может повлиять там на политику, на другое, на что. Так если бы выбрали бомжа президентом, тогда другое дело. Президентом. Все, мне звонят он. За кого вы будете голосовать? Людей интересуете. Ну, я тут отвечаю по Слову Божию. Так, за кого? А вот я сейчас Божию открою тебе. Фамилию вот посмотри. Фамилии-то там нету. Сейчас я открою. Или уже пропечатали фамилию у вас? Вам-то по прямому. Вот так. Я сильно его уменьшил, увеличу сейчас побольше. Ничего. Она тормозит. Вот так. Тут это сообщение. А вот сейчас я покажу. Разрушенные такие стоят. Это тоже мы не знаем. Это не наше, но. Вот тот наш был. Бомж-то. Так, ну это фотография. Ну это то. Вот здесь что написали, Таня. Здесь вы написали, вся цель мистической жизни состоит в том, чтобы вновь открыть благость крещения. Да. Это игумен Харитонского, искусство молитвы книги. Вот тут они взяли, выпускают брошюрки, еще только там нет. Все с этого, на обложке, вот это вот, игумен какой-то Игнатий. Угу. Да когда узнали, что фотография наша, только из-за фотографии из церкви убрать это. Да ты что, Игнатий? Да. Нет. Из-за одной фотографии только. А кто дал фотографию? А там лютая ненависть. Кто дал фотографию? Игнатий какой там, фамилия какая-то его, игумен Игнатий. Ну а вы видели, когда одна говорит, вы продаете фотографии, так это же говорит, Потеряевки снимали. Как Потеряевки? Священник не знал. Немедленно убрать их оттуда. Сжечь тут же. Помешанные просто, на злобе. Какое тут может быть объединение? Люди ведут себя как демоны бешеные. Из одной фотографии. А брошюрка вышла по благословению патриарха Алексея II. Написано. Так он помер. Они ничего не понимают. Все не понимают. Раз помер, все. Есть такое выражение у Исидора Пелосиота. Вот. Предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Ну, то само собой. Ну, вот все, наверное, три фотографии. Больше я не вижу. Больше нет. А как ты мог сказать, что там будет? И у Саши такие сведения, что там штук 15, говорят. Я говорю, вообще. А его фотография где, Саша, откроет? Сейчас открою. Там тоже она по Патриархии. Одна у него? У меня одна. Я больше не давал. Одна у него? Не знаю. Так а ты пометил бы как-нибудь карандаш? Я пометил свои-то. Мои-то вот галочками отмечены фотографии. А Саша, Волобуева сейчас найдем. Ну там по алфавиту же фотограф это. Да? Нет. Нет? Нет. А как? Так, а что, по алфавиту тоже есть? По-моему, есть то, второй этот самый. Нет. Список по алфавиту вроде нет. Ну где у тебя этот самый? А она напротив него с бомж с собачкой. Мешаешь мне, да? Бомж с собачкой. Не гоняйся. Да, вот у тебя Александр Волобуев, Мадонна, Барнаул. Мадонну он сфотографировал. Ну да. Мадонна называется фотография у него. Вот это хорошая, наверное, фотография, что-то тут есть. Да, тут много хороших. Тут он и все хорошие. Вот она, Мадонна. Что там написали? Федор Достоевский из произведения «Идиот». О, видишь как. Точно так, как бывает материна радость, когда она первую от своего младенца улыбку заприметит. Такая же точно бывает и у Бога радость. Всякий раз, когда он с неба завидит, что грешник перед ним от всего своего сердца на молитву становится. Федор Михайлович, кто, да. Кто на молитву грешник стал, то есть... Ну, понятно, что тут все подошло одно к одному.
и ребятишки. Ну, что сравнивать, я сейчас с Сашей говорил. Здесь одухотворенность, углубленность, а там ничего не бывает, нету. Совершенно. А рядом вот фотография моя. Собачечка. Ну, допустим, человек смотрит на эту фотографию и на эту. Он какие выводы сделает? Что одно другого стоит? Нет. Это с ребеночком, а этот с собачкой, как с ребенком, понимаешь? Да тут не только это. Александр Солженицын сказал. Кто это такой? Тут пишет Александр Солженицын. Кто он такой? Бомж. Это, ну, раб Божий. Раб. Кадмины любят в каждом своем звере не шкурку, а личность. Животные, а личность животные очень ценят. Когда кадмины с ними разговаривают и подолгу могут слушать, животные дорожат обществом своих хозяев и горды их повсюду сопровождать. Тут ничего нет, я не могу никуда применить. Нет же, ни фотографию, она не приводит меня ни к чему. Тут даже сравнивать не надо. Здесь конкретно молитвенный настрой. Он об этом говорит. О возвращении грешника к Богу. Тут вообще даже несоизмеримо небо и земля. Она одна фотография половина альбома стоит, может быть. Вторая на крещение уйдет. Вы как раз вдвоем его и затянули. Остальное-то полистай. Ну лес. Что вы фотографируете? Дрова. Я сейчас дров наберу. Ничего не говорит. Обыкновенный лес. Ну почему? Здесь труд. Вот почему. Вот и показана фотография здесь. Чтобы вот такой фотографии сделать, здесь сколько прошло труда. Посчитай ее биографию, когда она сама себе пишет. Где она блуждала, была там у Кришнаитов везде, пока пришла в церковь. Как она пришла на занятия? Я вчера Саше рассказывал. Это все здесь в интернете стоит. Что мне-то студентам рассказывать? Ну да. Вчера-то я говорил об этом. Вот хочешь, сейчас там включу ее, здесь всего не есть. Это ничего не дает. Это Россия, лес, он 2000 лет стоял. Пришел тоже куда-то. Вот это, ну не дает ничего это. То хорошо, прекрасно, но прекрасно. Мы-то не для этого же живем. А книга-то не о том, а не о православии, книга о России. Да хоть о чем, ты остаешься человеком. Книга, вот я не Россия, книга я... называется «Вечная Россия». Тоже хорошая моя фотография. Фотография-то хорошая. Так. Но здесь не дает никакого духовного импульса к совершенствованию. Да как ребенку не дает? Это не надо. Это выдумано. Это купание не надо. Оно вредное. Вредное для здоровья, вредное для духовного состояния. Никогда этого не было, чтобы на крещение купались. Ты почитай статьи, какие у меня стоят. Ну дух закаляется. Да не закаляется, ничего нету. Они пошли здоровье сегодня закаляется. В отражении выпивать. Тогда можно сказать, придешь, что и пост не нужен, голодать. Зачем? Да вредно нет, это, и речь не об этом. Я говорю о ребенке, о купании на крещение. Об одном. Говорят, полезно. Это вредно. Это во всей литературе церковной написано. Это язычество. Да, потом еще выпивать начинают. А теперь замерз, теперь надо выпивать, он придет домой. Тут понятно, что здесь ничего нету духовного, совершенно. Это антихристианское поведение. Придумали, вода святая, то другое там. Ну, храм это, храм внешний, это тоже строение, там могли строить кто угодно. Мы должны стремиться к тому, что может подвигнуть нас ко Христу. Здесь, ну, олень, он олень. Можно проехать, а можно заколоть его. Да нет, это северный. Это не наш олень. Я знаю, что северный. Ну так вот. Здесь вот тоже. Здесь ничего я не могу взять для себя. Я посмотрел, стоит корабль. Здесь есть фотография такого. Михаила Масленникова. Вот он у вас был. Миша тут, что ли? Да, он был. Да, вот его фотография тоже здесь есть. Сейчас мы найдем. Давайте. На Чукотке, вот, что ли? Все имеет смысл только тогда, когда это побуждает к высшему, к лучшему. Видно, что здесь заложен труд. А, вот Михаил Масленников. Ну, а, точно. Отшельника какого-то. Ну, батюшка, он тоже так. Искусство иконы – это объединить любовью созданную природу с несозданной природой, показывая их в единстве через благость, таковой могла бы быть цель жизни. Даже вот я вот, у меня здесь есть фотографии, любой, вот я стукнул фотографию, и посмотри, какие отзывы идут под фотографией. Это как на людей трогает. Даже ничего особенного нет. Вот я стою, вот фотография, обыкновенная. Ничего нет, тут просто открой и скажи, какие отзывы могут быть. Ничего, отзывы не могут люди дать, здесь другое. Ну, просто заклинил на это, заложили на... Она не открывает ничего. О, вот тут можно понять. Здесь эмоции, люди веселые. Девицы-красавицы. Это вот, понимаешь... Да, это когда какие-то песнохорки. Батюшка фотовыставку когда возил, твои фотографии там в Америке, так ну. Вот так вот ходили, вглядывались, какие глаза у людей, там какие дети. Вот эта природа, это более красивая есть. Есть и горы, и есть подземные ущелья.
Ну, эти храмы со всех сторон нарисуют. Отняли в один день, поломали, и больше нету. Никого не осталось, одно дерево обнять только. Это как картина. Во. Вот это вот и хорошее уже. Это рисует, учит чему-то. И не говорим о духовном или чего-то здесь, просто занимаются. Это тоже все отжившее, старышня и никак. Вот рисует иконы. Здесь уже больше. Что именно она изображает. Снимки-то хорошие. Ну вот о чем вот я увижу? Горят свечи. Я знаю, все свечи нечистые, ни одной восковой нету. Людей никого нету. Нету. Вот ты показываешь крещение. Почему этот снимок так важный-то? Во-первых, священник в воде, не за деньги, ясно дело здесь. И как подходит, и как его там готовят, и сопровождают. Мы вчера с Сашей смотрели, там даже на крещение-то замотнуло. Ну, это жизнь. Жизнь, ведущая к совершенству. Познание истины. Ну, тут храм не может же в поле стоять, должна деревня быть где-то рядом, а ну, нету ни храма. Нету, ни ничего работы, нет. Ни это деревня. Показывает разруха, смерть. Разруха, да. Ничего нет. Вот, да, это можно что угодно на себя навешать. Ясь. Это тоже ничего нет. Не поймешь, собака убитая или живая. Собака дремлет, почему? Бежала за лошадью. Это ничего не дает. Показывает интерес, я тоже забыл. Я не могу ни взять, ни применить ничего. У меня болит сегодня зуб. У меня умер ребенок. Я ни к какому моменту жизни не могу присоединить эту бабку. Никому. Как никому? А Павел Федорович может. Никак не могу прилепить. К Барсукову. Я могу сейчас толковать так, как угодно. Здесь тоже я не могу ничего сказать. Это мирские люди могут быть и неверующие. А почему они в платочках? Ну, это вопрос другой. Тут можно догадаться. Да. И о чем говорю? Он православный, а я еще не вижу тут антиправославного. Человек может быть всесторонний. Ну, разве ты знал, чтобы ответить, я должен быть всесторонний? Нет, даже люди, которые мне не симпатичны, они здесь. Ну, выступление Ленина это есть? Мне запишите. Я сам архивы доставал здесь, когда... Даже здесь у меня не однократно. Даже на сайте. Я когда писал, я не подписался. Вот так. Это форум и сайт. Раньше у меня было МФ, Морфлот МФ. А сейчас молитва и форум осталось. МФ. Я от чего отстал, вот я ребятам показывал, позапрошлом году, 75, я отрезал и отошел навсегда. Это 8 параметров. Первое, что я много печатался в разных газетах, журналах, отрезал, ни одной статьи больше нигде нету. Второе, я писал книги, отошел. Я их издавал сам, я отошел от этого. Я написал 3467 стихотворений. Ты понимаешь, что это такое цифра? Чтобы тебе примерно представить. Пушкин. Лермонтов, Некрасов, Блок, это маленько поменьше получается. Все вместе взятые. Ну они, стихи не те, но они все духовного содержания. Только Лев Толстой больше написал. Положено. Даша, я ни одного не пишу стихотворения. Отрубил. Я проповедовал в церкви, 4 проповеди каждую неделю. Я отошел, теперь не проповедую совершенно. Умышленно все сделал. Отошел от этого. Теперь, я вел занятия в университете, там меня вышибли. Вел занятия 3 радиопрограммы, меня вышибли, и отовсюду. Я посмотрел 8 дел, вот письма я писал, в год у меня я писал 1200 писем примерно. У меня сохранились, вот переплетенный, я сам переплетчик, примерно по 650 страниц, 77 томов. Это только то, что осталось от КГБ, когда сжигали 2 большие кучи. Это заново я успел опять накопить столько. Теперь я ни одного письма не пишу. Кто-то напишет, я кому-то поручаю. Я отошел абсолютно от всего, оставил МФ. Молитвой форум. Но уже здесь, пока я нахожусь. А то говорят, старость там, это другое. Я, во-первых, старости не знаю, таблетки ни одной не съел. А во-вторых, молитва все абсолютно время снимает. Мне так и позвонили, какая-то беда. Вот сейчас избирание президента какого. Я всех поднял. Какого-то президента. Ну. Дай, Господи, доброго человека. И Бог даст, я его приму как от Бога. Ну, чтобы... Я просил вчера встречу. Сегодня вот о вас, прежде чем с вами, я сразу, Господи, благослови Павла и Александра. Пусть они по этом деле поучаствуют. Ты-то уже здесь стоишь, Александр рядом здесь. Ты просто пришел. А ну, я-то с вечера стоял во дворе. Я получил это по молитве. Я так и скажу. Я помолился, и Господь их подвигнул. Старых, близких людей, которые невраждебные нам. Сегодня в этом мире, бушующим страстями, это так дорого. Иметь людей, которые рядом сочувствуют, помогают, руку подают. Вот так. Ну ладно, понятно. Ну давай провожать его, что-то. Да. Я доволен, что...